Всем привет! Здесь у нас Лада Приора 2009 года в кузове Универсал. Автомобиль с двигателем 1,6 литров. Приобретался в городе Красноярск у официального дилера. Автомобиль с родным пробегом 92 тысячи, с двумя владельцами, также в родном окрасе. Сейчас мы это проверим с вами, чтобы все значения бьются в пределах. Автомобиль с оригинальным ПТС. Эксплуатировался автомобиль только в городе Красноярск. Давайте проверим, что у нас внутри. Так, сразу обратим внимание на пробег. 92 тысячи. Установлена магнитола. Также состояние салона удовлетворительное. Всех, кого заинтересовал данный автомобиль, ждем к нам.